утро, ребята! Доброе утро! Начинаем наши занятия с разминки для ушей. Конкурс для меня – это возможность профессионального роста. Это возможность двигаться дальше. Я поняла, что чем дольше мы сидим на одном месте, в своей зоне комфорта, тем нам спокойнее, вольготнее. Но, участвуя в конкурсе, понимаю, что есть дальше горизонты, которым надо двигаться, не сопротивляться и идти и развивать себя как специалиста и как педагога. На конкурсной жеребьевке мне выпал первый номер, поэтому все задания я делала первыми. Мне было очень страшно и боязно, но я первая прошла и могла с удовольствием смотреть на остальных всех конкурсантов. Мне хотелось рассказать о том, как я использую метод социальных историй в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и какие замечательные результаты он дает в их социализации, в развитии речи и какие возможности он дает не только в школе, но и родителям, которые тоже могут его использовать. Я не ожидала пройти даже во второй тур, вот, а получилось, что уже прошла на самый последний этап. Очень короткий вопрос. Я впервые понял, что такое сила тока, засунув мамину шпильку в розетку. О, понимаю. Является ли это актом научного познания? Я думаю, что да, для конкретного спасибо, человека. Все, спасибо. У меня была такая замечательная тема, называется «Дарить добро». А когда даришь добро, ладошки не потеют. В ладошках тепло и ощущение счастья. Не теряйте тепло своей души. Дарите добро!